Фая, поехали ко мне. А у тебя есть дома футболка? Да. А шампанское? Да. А зарядка от Nokia? Да. Штатив. Да. В цирку. Да. Крестик. С вами поехали уже. Не бегать. Страшная девочка на выпускном. Жень, мне холодно. Жень, мне очень холодно. И что я должен сделать? Вот что? Женя, дай мне мою куртку. Итак, представьте, парень пытается склеить огуречику. Детка, хорошая. Ты хоть понимаешь, что ты меня трогаешь? На самом деле у меня просто нет парня. Ведь так иногда вот приятно услышать от кого-то: дорогая, ты такая вкусная, я бы тебя съела. Ну что ж, не поваляешь, не поешь. Команда КВНДК, спасибо! Команда с нестандартным юмором. Как вы понимаете, его не найти среди пейнта, блокнота и экранной клавиатуры. Сегодня мы выступаем специально для тех, кто хоть раз плевал и попадал себе на куртку. А теперь познакомимся с теми, кто специально плевал себе на куртку. Это Наташа. Она левша, а раньше была тигрша. Это Иван. Он постоянно опережает, ест события. Это Валентин. Он как Т-9 любит не тебя, а себя. Это Александр. Он моя правая рука, поэтому и ножом пырнуть может. Это Артём. Это Александр. Он вегетарианец. Он ест только травоядное. Господа, вы что показываете? Надо показывать адекватные вещи, ну вот, например, модные, как Инстаграм. Что это? Это коллаж! А этого парня мы взяли в команду за 400 рублей. Поэтому, если у вас есть 400 рублей, добро пожаловать к нам в команду.
специально для тех, кто не попал в топ-студент своих университетов. Наташ, ты сейчас что-нибудь говорила? Нет. Возможно, именно поэтому я сейчас ничего не слышал. Господа? Дай угадаю, фотоколлаж. Что у нас дальше по плану? Диалоги! Мужчина, ваша дочь курит? Так ты же моя дочь. Спалилась. Соревнования по спортивной ходьбе среди частей тела длятся уже вторую неделю. Почему? Да все руки не доходят. Кто такой Че Гевара? Человек. А Чапаев? Человек. Вчера в лесу в футбол играли грибы и ягоды. Да и мог он, судья. Мне кажется, пора переходить к миниатюрам. Ведь времени в обрез. Случай в магазине. Здравствуйте, дайте мне чай нести. Вообще-то я Натэша. Собак. Эй, ты что, борзая? Да. Как видите, сегодня мы решили не делать упор на миниатюры. Мы решили делать упор лежа. Несмотря на то, что сегодняшняя игра еще не закончилась, у нас уже есть преимущество. 5 очков. Сборная Югославия, спасибо. Ваша полицейская друзья, сборная Югославии! И, друзья, через встречу с командой, перед тем, как мы увидим эту визитку и обсмеемся, Почему декрет? КВН! Ну что ж, очистили
Ники, документы забрали, и чемпионство заберем. Команда себе на моркови. Рожи злые у всех. Ну что ж, дорогие друзья, давайте начнем. Итак, представьте, девушка уже год ждет своего парня из Нарнии. Валера, выходи оттуда! Доча, может он все-таки в армии? В Нарнии, я правильно расслышал. А теперь представьте, в школу пришел новый учитель. Здравствуйте, дети, я ваш новый учитель. Сейчас проведем перекличку, если буду путать фамилии, не обижайтесь. Итак, Жаватов. Я Иванов, прости, пожалуйста. Мать тонко намекает сыну, что он приемный. Мама. Во-первых, не мама, а тетя Света. Дорогой, а давай купим вот ту стремянку. Так, давай в этой семье мужик будет решать, а? Мужик? Да-да. Возьми вот это, оно отлично сидит. А теперь представьте, самый узкопрофильный переговорщик. Так, парень, только не прыгай. Мне все надоело, я начинаю убивать заложников. Хорошо, главное не прыгай, парень. Знакомство с родителями. Мам, пап, это Валера, он будет жить с нами. Да? И чем твой Валера занимается? Я жду этого вопроса. Пусть на снегом всех завело, я тебе руки, я
знаете, но не переживайте, я все объясню. Что такие гики, спросите вы? Ну, тут все просто. Нормальных парней интересуют машины. А нас – машины, которые превращаются в огромных человекоподобных роботов и спасают мир. Нормальные парни качают пресс. Ну, а мы колдовство и удачу. У нормальных парней есть личная жизнь. Ну, у нас личный психолог. Этот список можно продолжать бесконечности. Сегодня наша первая игра в открытой лиге. И поэтому, прежде чем мы начнем откровенно самоутверждаться, знакомимся! Это Костя. Костя стремится захватить мир. Но пока его завоевание составляет лишь половину комнаты в общаге и крючок в раздевалке. Это Егор. Егор волшебник. Он может превратить любую драку в избиение. Это Дима. Дима любит женщин постарше. Маму и бабушку. Это Антон, он дурачок. Он думает, что Капитан Америка круче, чем Железный Человек. Но мы-то с вами знаем. А раз уж мы стоим на сцене рядом с таким великим человеком, как Александр Новиков, то у нас есть для него подарок. Дима, прошу. И что ты встал? А ты закончил. Вот, Саш, держи, миниатюрная звезда смерти. Ну все, подарил подарок, иди на место. Напасть мало Новиков. Ты что, дурак? Прогнать мало Новиков. Ты что несешь? Чего, отстать от Новиков? Да конечно! Ну вот, к ведущему подмазали, считай, было дело сделано. Объявляй номер. А что сразу я? А можно я попробую? Да, конечно, ты же не наркотики. Случай в семье гиков. Сынок, ты почему младшего брата не даешь в компьютер играть? Да он же, ну, да кого я обманываю, он же дно, рак, мина, ниче. На днях знаешь, что учудил? Собрал Ольгу, Mask of Madness и дизолятор. Что он сделал? Собрал Ольгу, Mask of Madness и дизолятор. Он что, не знает, что эффекты не стакиваются? Я плохая мать. А как вы уже могли догадаться, наша команда не намерена баловать вас актерской игрой. В отместку вы можете не хлопать. Шучу, конечно, вам придется. Все-таки до этика. Далее очередной гвоздь в крышку гроба здравого смысла Константин объявит. Не буду я ничего объявлять. Это что, ты Гитлер? А что это ты мне указываешь? Что-то ты куда понял для гипотоника. Ладно, смотри, предлагаю такой расклад. Ты сейчас выходишь, объявляешь номер, а я за это не рассказываю Диме, что ты вчера с его девушкой гулял. Идем. Все мы знаем то, что права на «Звездные войны» купила компания Disney. А теперь... Давайте представим, что было бы, если бы эти права, ну, купил, допустим, Борис Грачевский. Четыре пяти, ты дай списать.
пацаны, а можно бестактный вопрос? Да, конечно. Это же не прямая линия с Путиным. Какого лешего вы мою сестру Депардье обзываете? И действительно, Путин бы сейчас въехал в дня на этом вопросе. А как ее еще называть? Связалась с каким-то чеченцем, он ей квартиру в центре подарил. Логично. Объявляй. Случай на дороге. Сержант Иванов, права техпаспорт. Спасибо, у меня уже есть. Аптечка, огнетушитель где? Только что использовал, аптечка сгорелась, потушил. А я смотрю, вы пьяный. А я смотрю, у меня отец. Что вы себе позволяете? Иди по пятницам. Так, открывай багажник. Что у тебя там в черном пакете? Слышь, это что, что, где, когда? Ну, в каком-то роде, да. Если ты не отвечаешь на этот вопрос, 5000 рублей отправляйте сержанту Иванову. А чё, может, вам сразу хрустальную сову? Нет, лучше наличными, мне ещё за кредит платят. Ну и закончим наше выступление, хотелось бы, словами моего отца. КВН КВНом, но если ты там кого-нибудь обрюкатишь, на мою финансовую поддержку не рассчитывай. Сборная гиков. Инвайты на доту, прошивка Xbox. Спасибо. Good night.
что вы делаете с теми, кто косячит? Антон потом. А что ты делаешь с теми, кто косячит? Кидаю в щеки спички. Серьезно? Какой уравновешенный молодой человек. И давайте последний ответ. А что ты делаешь с теми, кто косячит? Ну, мы не такие люди, мы физически не развиты. В основном обзываем, кто один отличит. Спасибо, спасибо большое тебе. Твой вопрос участвует в конкурсе на самых вопрос. Как зовут тебя, мальчика? Привет, Дмитрий. Вопрос такой. На днях я прочитал, что Google сказал... Я Саша. Google заявил, что к почте можно будет прикладывать деньги. Как отправить зятку так, чтобы она не попала в папку спам? Это деньги сейчас такие. Я знаю, я знаю. Надо наслать дракона. Иди, я залезу. Его дракона смотри. Чё, чё, чё? Что ты мне листочком? Маша. Пожалуйста. Привет. Привет. Как отправить письмо так с деньгами, чтобы оно не попало в папку спам? Да главное, чтобы тебя в ссылку не скинули. И не уходи, не дурак, а что еще? Балдец у кого-то зреет, балдец. Ничего похабного, это значит шутка напрашивается. Здравствуй. Привет. Как отправить письмо с деньгами так, чтобы оно не попало в папку спам? Не прикладывать к деньгам фильм «Эммануэль». А какие-то фильмы? Как отправить письмо с деньгами так, чтобы оно не попало в папку спам? Через подарки ВКонтакте. И, ребята, когда выходят из стойки, не теребите его. Это он съешь ненадежно стоит. Да. Спасибо большое. Спасибо, аплодисменты, друзья. Еще и познаватели, говорите, теперь мы знаем, что можно прикладывать деньги. Как зовут тебя, блондин? Илья. Блондин? Ну чё, ты не блондин? А я чё, не блондин? Ну здрасте, ну ладно, задавай. Познавательно, говорю, играешься. Здрасте всем. У меня очень простой вопрос. Почему восьминога прямоугольные зрачки? Настолько познавательная игра. Сильно не тереби. Ну привет. Привет. Почему восьминога прямоугольные зрачки? Указы тоже. Это был типа ответ, да? Окей, продолжаем. Чтобы все знали просто. Привет. Привет. Почему восьминога прямоугольные зрачки? А что, ты тоже в суши ковыряешься? Привет. Почему у осьминога прямоугольные зрачки? Ладно, у осьминога прямоугольные, у тебя уже вообще зрачков нет, как тебя пустить? Просто здесь солнечное! Привет. Привет. Вы, походу, виделись. Нам серьезно, да? Почему у осьминога прямоугольные зрачки? Он просто играет в шахматы. Спасибо. Дима, а кем вы, да? Спасибо, Илья. Как зовут тебя, спортсмен? Сардур. Окей, задавай вопрос. Ты не блондин.
Скучаешь по ней? Окей. Просто хотел тебе беседу предложить. Ну, да я понимаю. Нет, тебе претензий никаких. Абсолютно. Вероника. О, Вероника. Даже рифм получилось. Вероника, осторожнее, а то мне кажется, люди над нами уже смеются. Если ты наборщика, я просто. Так это ты, что ли? Я вернулась недавно. Звоните, подожди, звоните. Все, скину. Внимание, вопрос. Что господин Новиков прячет за своей тумбой? Ну, здрасте, Знаешь, сейчас переволновался, очень близко голова была. Тумбы. Он там просто без штаников, девочка. Я думаю, она не это хотела услышать. Ну хорошо, что не подыграли. Ну а ты как думаешь, что я там прячу? Почему вообще не помню этот вопрос? Что бы ты хотела, чтобы я там прятал? Деньги. Это все, что тебе надо от меня? Да. Деньги за тумбы. Осторожнее, дружок. Что господин Новиков прячет от своей тумбы? Маленькую такую стремяночку. Не такую же маленькую стремяночку, можно сказать. Все, что я не прятал, вот все маленькое. У меня и тумба невелика. Что господин Новиков прячет за своей тумбой? Он ничего не прячет, просто провод теребит от микрофона. А вот чем? Это уже другой вопрос у меня. И вот выходит за рамки сегодняшнего КВН. Еще спешнючий ответ. Может быть, шуточки еще? Нет. Может быть, универсальные шуточки резины? Нет. Это КВНщики так говорят. Шутка, которая подходит под любой вопрос. Ответ из зала? Можно. Вторую бороду! Он из нашей команды, если что. Все, видимо, да? Спасибо тебе большое, отличный вопрос. И следующая девчонка, которая знает толк в вопросах. Как зовут тебя? Может, кто-то еще не знаком с тобой? Анастасия, ну просто. Как все знают, в актовом зале МГТУ нет открытого Wi-Fi. Как скидывать новости и фотографии в Twitter и Instagram? Вот стрела. Предупреждать надо. Вот, она тебе что раскроет теперь. Полностью? Давай полностью. Как все знают, в актовом зале МГТУ нет открытого Wi-Fi. Как мне скидывать новости и фотографии в Twitter и Instagram? Ну, сначала нормально телефон купил, но так кирпич уже жрался, чем надо. Как все знают, в актовом зале КВН... Как все знают, в актовом зале МГТУ нет открытого Wi-Fi. Как мне скидывать новости и фотографии в Twitter и Instagram? Ты же баба, какой Instagram? Иди рожай. Красавчик. А сами тоже, конечно, красавчики, но Бог вам судья.
Не проводят все такие соревнования? В вузах, да. Узбукки у вас же все модные. Нет? И я сейчас без всякой иронии сказал, узбукки действительно все очень модные. Я сказал на новом срезе. Все, да, спасибо, Анастасия, большое за вопрос. И Васюга, как зовут тебя? Роман. Роман, давай свой вопрос. Что будет, если Пиноккио скажет, что у меня сейчас увеличится нос? Что будет, если... Вопрос под ковыркой. Давай, Роман, еще раз. Что будет, если Пиноккио скажет, что у меня сейчас увеличится нос? Анастасия, видишь, вот такой же у тебя должен быть. Еще друзья, есть ответы? Неужели ни одного?
Нет, мы... Итак, у тебя нам очень смешной вопрос. Не очень. Ну, это просто. Пожалуйста, последний вопрос. Ребят, я на самом деле к вам с проблемой. У меня на теле очень-очень мало родинок растет, вот. Подскажите, пожалуйста, как можно добыть, ну, хотя бы пару родинок? Ты уверен, что хочешь знать ответ? Я уверен. Как можно добыть пару родинок? Да ты не патриот! Я всегда появился, думаю, неужели он не патриот? И за все вопрос про родинки. Друзья, будем отвечать? На чего я спрашиваю? Друзья, будем отвечать! Вот так с ними надо построить. Сейчас звездой смерти как запущу! Я ее немного подлатал. Вот! Человек паук, как добыть пару родинок? А что тебе вкатывает, да, сидеть, он, прям щупать сидел. Я вам просто хотел тоже поделиться, если были проблемы, но последний, наверное, одумался. Сзади дети. Не надо там это назвать. Еще, друзья, ну-ка. Раз, два, три, четыре. И ответьте, конечно, лучше ответить не смешно, чем вообще не ответить. Скажите же, члены жюри. Нет, они меня не поддержали. Так все, спасибо. Спасибо большое тебе за вопрос. Давайте последний вопрос от мальчишки. И очень быстро, если будут ответы, если не будут, то это даже не пахнет. Давай еще раз свой вопрос. Что в этом рюкзаке? Кусок я домой иди. Еще более маленький пацан. Все, друзья, спасибо большое. Разведка окончена. А могу... А теперь немножко самоуправства, друзья. Самоуправства, друзья. Платон, можете помочь? Отдай, пожалуйста, два билета. А мальчишке, который сказал про вторую бороду, да, это он. Я думаю, это был самый смешной взрослый... Забирает вопрос про дальнобойщика, да, друзья. Да, ну вот, подходи ко мне, начали забирать два билета. И потом подходи к Александру и забирай еще два билета, да. Наверное, хорошо. И тем временем... Вот они, они твои. Оценки-то за визитную карточку, Александр. Начинаем. Максимум 5 баллов по оценке за визитку. Так, пожалуйста. Ты нормальный человек вообще? Ты же знаешь ответ. Я хочу средний балл сказать. А, средний балл, конечно. Конечно. Давай, хорошо. Итак, друзья, за видную карточку. Сборная Югославии 21 балл. Это большой прыг, друзья. Оторваться на разминке, это не каждый догонит.
затянулась, а всем хочется лета. Даже афиши зеленые, и билеты зеленые, и песня зеленая, сборная Югославии. Зеленый человечек за рулем, на заднике резине посидим вдвоем. Погоди, не тупи, наша песня вся в зеленых ветанах пирожна, он же синий. Ну и что? Может, он ветрянкой заболел? А сейчас мы газом. Такси выхожу, и окуревшую я Сбербанку подхожу. Снимаю доллары, за луком иду, зеленый чай в пробку хлеб корзину кладу. Погоди, не тупи, наша песня вся в зеленых ветанах и должна хлеб живет. Ну и что? Может, просто прошлогодний год? Я. Билья! Артему плохо. Да. Алло? Это Гринпис? Приезжайте!
ГИБДД. Дорогая, я угораю. Да, давай. Так, ключ на 17 взял, масло взял. Пузырь забыл! Фаер! Это я! Лайкай пошлые гибки пацанам! Пройдет вертолетик в Лайсити, братанам! Настоящая женщина! Чужие.
А на этой клавиатуре там еще три клипы. Вы как бы не обессудьте, я с нормальными людьми давно не общался, поэтому могу проскальзывать и такие словечки. Продолжаем. Мы немного сорноваты, скромные социопаты. Вечером все на свидание, мы разучим заклинания. Нам не важна интерация, ее пропатизация. Союз с компьютером един, переживем восстание машин. Идешь к остановке, садишься в маршрутку,
номер 44, и едешь вперед. Потом езжай где-то метров 500, и выходи на кольчугея. Потом беги, скорей сквозь кусты, упнешься ты в Марию Ра. А если, короче, сразу найти не можешь, там мужик с такой Марией Ра, конечно, мужик. Где офис? Я их не знаю. Ты вам бежишь, там лесополоса сразу за мужиком. В лесополосу заходишь, там белки, зайцы. Там люхера, окна нам люхера, окна нам люхера, окна нам люхера. Молодежь любит тусоваться и окна. Мама, я в школе двойку получил. 2 недели без окон. Ну, мама! Здравствуйте, я представитель компании «Окна на Фрунзе». Шмаляй в этого скота! Реклама бессмысленная и беспощадная. Спасибо. Ребята, правда.
даже немножко подсадила. Вам спасибо огромное, ребят. Классно! КВН есть, народ ходит. Зовите друзей своих на КВН, ребят, что у нас мало. Ой, народ у нас вообще хороший. А так и что? Ну, классно. Ну, а нужны какие-то пожелания? Пожелания? В разминку учиться, ребят, всем. И мне тоже. Ну, это как бы так, нам все. Да, мы это, да, мы на дружбе. Ну, короче, есть куда расти, но сегодня было хорошо. Спасибо. Спасибо тебе большое. Всем привет еще раз. Только не раздевайтесь, как в прошлый раз, как по-другому. Хорошо. Есть ли салат? Было весело, да. Молодцы, сегодня классно вообще зашли. Пробегусь немного по командам. Сборная Югославии. Побольше драйва. Чуть-чуть добавить, и все у вас получится. ДК. ДК. Это смешно. Что, на меня симпатично показали, засмеялись почему-то. Хорошо, ДК. Ну, ребят, ну молодцы. Вам... Есть к чему стремиться, да? Да, вам тоже есть к чему стремиться. А если это тетя? Что им надо? Им надо. Что им нужно? Им нужно продолжать гнуть свою линию. Молодцы, внедряйте в массу вот это все, что ни, ничего не понятно взрослого поколения. Но если имена моркови, что ж, мои аплодисменты. С комом чуть-чуть меня подвели, но в целом. И переходим к традиционному уже призу. Есть приз! Я уж думал, ты забыл. Друзья команды начали глотать. Прокладывайте, ну сейчас у них очень не выделяется. Перед началом игры я прям Ксюхе прям спрашиваю, помогай мне сегодня, помогай, надо выбрать приз. Женя, но... мне кажется, или это контейнер с фаршем? Контейнер с фаршем, все верно. Что вот сейчас я отдам винегрет за слова, что сейчас я приеду двигатель тебе от капиталю. Да, да, я видел, как ты с мотком приду. Да. Человек, который за 3 года 4 двигателя от капиталю прям щеманула. И остановился уже, наверное, да? Хватит и капитали, Женя. Но потом, но потом. Кто переломил? Кто переломил? Девушка по имени Фая. Подошла и неоднозначно намекнула, что именно ей сегодня достается винегрет. Подходи. Не был на сцене, ну и чтобы сюда позвать звукооператора, потому что мы их никогда не видим, а мы награждаем именно звукачей. А им еще больше на сцену, чем тебе хочется. Да, это да. Сидят сцены, ноутбуки. Ну сегодня, короче, сегодня меньше всех хозяйчили звукооператоры вот этой команды. Нет, не вот этой команды. Это самое главное, чтобы он был нано. Во-во-во, это не поедет.
четвертое место и 54 балла сегодня завоевала команда ДК. Ваша аплодисмент. А если это тетя, второе место и 58 баллов. Ого! Ну, наконец, безоговорочный победитель сегодняшней игры с активом 69 баллов, друзья.